Хочу официально заявить, что фильм «Где ты, Адам?» он не о греках, не о греческом монашестве, а он о каждом. О каждом зрителе, который сидит в зале и смотрит фильм. В этом фильме нет мнения авторов, нет нашего взгляда, нет навязывания. Но в фильме есть поиск. Поиск, где каждый ищет себя на пространстве бытия, подобно тому, как герои фильма ищут свое предназначение, ищут себя на пространстве Бога.